В этом видео я постараюсь определить призрака, находясь в грузовике в игре Фасмофобия. Каким образом я буду это делать? Я даю себе 5 минут вот этого времени безопасного, и как вы видите, мой рассудок сейчас на минимуме, и таблетки ничего не восстанавливают. То есть, как только этот таймер истечет, сразу же начнется охота. И поэтому за эти 5 минут я должен успеть принести все оборудование в дом. Последним делом я принесу ЭМП и неоновые палочки. Ну а первым делом я, в общем-то, возьму видеокамеру, блокнот и лазерный проектор. Итак, погнали. Мне нужно, естественно, для начала будет найти комнату призрака. И сейчас, как только я открою эту дверь, значит, таймер запустится. Поехали. Все, таймер пошел. Так, ну-ка, давай. Может быть, нет, подожди, я призрачный огонек сразу увидел. Я не ожидал, как бы, что так будет. Ну ладно, хорошо. Это даже к лучшему, потому что у меня времени мало. Окей, я просто по привычке нажал ночное видение. Окей, хорошо. Я, значит, ставлю сейчас все предметы там. Но, как бы, призрак может передвигаться, естественно. Так, я беру вот это, я беру соль. Я беру датчик движения, давай, вот так вот. Значит, хорошо, я несу термометр, пока что просто ложу туда. Так, мне бы включить вообще свет. Давай для начала вот как раз таки свет я и включу. Так, ну-ка, свет у нас не здесь, хорошо, свет у нас в подвале. Не очень прикольно, ну ладно, фиг с ним, пускай будет. Значит, я не смогу получить некоторые улики. А именно, я не смогу получить радиоприемник. И перчинки добавляют то, кстати, что сейчас... Так, я, значит, складываю вот это все. Тут ложу соль, тут ложу соль, тут ложу соль. Все, выкидываю. Так, датчик движения, не знаю, поставлю сюда, чтобы посмотреть, мало ли призрак будет ходить. Перчинки добавляют то, что я только что записывал челленджи, в общем-то, от донатеров. И там был челлендж с инверсией управления. Поэтому сейчас у меня, вы можете заметить, то, что я не попадаю просто по этим штукам, потому что я привык к инверсионному управлению, и сейчас на обычном я не могу нормально играть. У меня просто путается, у меня мозг типа не срабатывает. Так, ладно, я, значит, еще соли положу немножко. Все, погнали. Так, датчик движения я хочу еще один сюда поставить, чтобы знать на всякий случай. Так, помимо этого всего... Блять, у меня еще один датчик движения. Ладно, положу вот сюда. Блять, я увидел лазерный проектор. Это гост-эвент, окей. Ничего страшного. Так, блять. Пока я вот это все ношу... Так, ладно. Давай, сколько у меня времени? 3 минуты целых еще. Это просто с ума сойти. Так, я беру видеокамеру, значит. Не, просто беру видеокамеру. Так, погнали. Значит, я хочу включить сейчас вот так вот это все. Окей, видеокамеру я ставлю сюда. И смотри, я ложу вот таким образом термометр. И я надеюсь, его будет видно на видеокамере. Это минусовая. Призрачный огонек, минусовая, лазерный проектор. Это Юрей. Угу. Ладно, ладно, хорошо. Да. Хорошо. Тогда я вот что делаю. Окей. В прошлом видосе я страдал. Сейчас я решил в прошлом видосе, что это невозможно. Да, это реально невозможно. Как? Нет, все. Я ставлю безопасный период, кстати, 0 секунд, чтобы и 150 скорость призрака, чтобы он меня наверняка догнал, если вдруг я не успею. И я ставлю количество улик 2. Одну улику призрак будет скрывать, да. Погнали, хорошо. Так, все. Теперь никакого ночного видения. Лазерные проекторы я тоже несу в последнюю очередь тогда уж. Соль несу в последнюю очередь. Так, я беру, значит, камеру. Я беру, значит, ЭМП. И я беру, значит, блокнот. Погнали. Все, все, в этот раз давай. Давай, пошел процесс. Пожалуйста. Давай. Дай мне знак. Дай мне знак, призрак. Дай мне знак, дай мне знак. Так, я включу здесь свет заранее. Так, может быть, призрак у нас... Может быть, точнее, выключатель света у нас... неплохо ты придумал так гостить. Так, призрак сделал гост-эвент в гараже. Угу, конечно, все замечательно, но... Дай мне знак. Ладно, раз он сделал гост-эвент в гараже, то я смотри, как сделаю. Я сделаю вот так вот. Я поставлю здесь камеру. Я положу здесь проектор. И я положу здесь ЭМП. Окей, он потрогал эту дверь. Угу, значит, я думаю, что он в этой комнате, скорее всего. Ой, вполне вероятно. Так, окей, значит, сейчас я несу блокнот. Датчики движения и термометр. Ага, ладно. Блокнот и 2 датчика движения пока что несу просто. Вот. Хорошечно. Мы сможем отслеживать, не перемещается ли он. Так, окей. Я ставлю 1 датчик движения, значит, сюда. 1, значит, ставлю сюда. Блокнот я 1 положу на всякий случай здесь, если вдруг он окажется подвальным, типа. Ой, подвальным, гаражным призраком. Так, теперь я что несу? Я несу теперь добро и счастье. И позитив прежде всего. Итак, окей, я несу термометр. Я несу радиоприемник, смысла брать нету. Хорошо, я несу термометр и еще 1 видеокамеру. Нет, 2 видеокамеры. Вот оно что. Так, ладно, хорошо. Значит, смотри. 1 видеокамеру я хочу поставить
напротив блокнота. А, я еще хотел, да, напротив блокнотов. Короче, смотри. То есть, вот у меня есть блокнот, я ставлю видеокамеру вот таким образом, чтобы я видел прекрасно. Так, вторую видеокамеру я хочу поставить вот так вот, и чтобы она видела вот это все. Так, и также вот здесь я хочу, чтобы был у меня детектор МП. Нет, давай вот смотри как. Давай вот так вот. Подожди, он мне показался или он что-то кинул вообще не здесь? Мне показалось, что он что-то кинул вообще вот в этой комнате. Надеюсь, что мне... Блять, он что-то кинул здесь. Ох, ладно, хорошо. Так, что ж, у меня есть время. У меня есть время. И я хочу датчик звука взять. 2 минуты у меня осталось. Датчик звука и... Ладно, давай 2 лазерных проектора. Так, 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 так. Угу. Значится, 2 лазерных проектора. Один я поставлю здесь. Ладно, выкину пока что, чтобы сразу не увидеть просто, как обычно. Так, датчик звука один я хочу поставить здесь. И 1 лазерный проектор я хочу положить вот... тутака, короче, да. Тутака, тутака. Один там, окей. Блять, он здесь трогает. Он здесь трогает все на свете. О май гад. Хорошо, хорошо, хорошо. Угу. Значит, что мне взять? Блять, это не подойдет, вот это подойдет. И еще одна видеокамера мне нужна. И соль мне нужна, ё-моё, сколько всего. Так, ладно, хорошо. Ничего страшного, не очкуем. Главное, не очкуем. Так, вот сюда видеокамеру, значит, я ложу. Я ложу вот здесь вот одну неоновую палочку. Вот этот лазерный проектор я, пожалуй, поставлю вот здесь. Ладно, подожди, выкину пока что. Вторую неоновую палочку. Я не брал вторую неоновую палочку, чего? Что я взял? Я взял неоновую палочку и видеокамеру. Бляха-муха, как же это жестко. У меня 1 минута осталась. Так, ладно, еще 1 неоновая палочка. Соль и еще 1 датчик звука, погнали. Так, этот датчик звука, значит, я поставлю здесь, ладненько. Так, я смотрю вниз, чтобы ничего там не увидеть. На всякий случай, на всякий случай, на всякий, на всякий, на всякий. И вот здесь, значит, я ложу вот эту неоновую палочку. Раз, пошел процесс, все. Так, погнали. Значит, я ничего не увидел. Блять, он тут трогает что-то. Короче, все, хорошо, блять, соль, точно, соль же. Бамс, бамс, бамс. Окей, он потопал в соли. Все, фух, чтобы не рисковать, я не буду теперь больше заходить в дом. Так, ага, фойе. У нас в фойе на кухне... На кухне у нас нет звуков, а вот в фойе у нас присутствуют звуки. Угу. То есть призрак у нас... Призрак у нас потопал, все, 14 секунд. Отлично, ладно, хорошо. Так, ну давай посмотрим. Я забыл свет вырубить. Бля, блять, и там забыл свет вырубить. У меня 1 секунда осталась. Ё-моё. Я забыл свет вырубить. Классно. Угу. Хорошо, единственное, что мы знаем, что это не мираж. Ну окей, окей. Значится так. Я хотел бы переключиться. Блять, и термометр не видно. Но зато и МП видно. Угу. В принципе, я думаю, что это не горё, потому что он переместился. Лазерного проектора я не вижу. О, выключил свет. Благодарствую. Угу. Так, выключил свет. Бля, термометра не видно, это плохо. МП-2 со света. Так, ну-ка дай-ка взгляну на доску активности. Доска активности обычная. Вполне себе. Так, ладненько. Было бы идеально, если бы он еще здесь выключил свет. Или вообще выключил электрощиток, тогда бы это нам очень сильно помогло, потому что мы бы узнали, что это не джин, 100%. Mm-hmm. Но огонька я призрачного не вижу здесь. Хотя и не факт. Блин, ну с термометром, конечно, обидно получилось. Mm-hmm. Здесь я тоже не вижу огонька. Так, что у нас по активности? Нету вообще активности. Mm-hmm. Мне кажется, что это они какой-нибудь. Так, подожди, хорошо. У они, например, что было бы? Минусовая. Кстати, отпечатки. Ну-ка, подожди. Подожди, а на этой что ли не видно? Блять, а на этой. А нет, видно отпечатки. Отпечатки было бы. Окейушки. А на этой камере тоже видно было бы отпечатки, но их нет. Угу. То есть, либо они пропали, либо их просто не видно. Но что я могу сказать точно, это то, что лазерного проектора нету. Так, ладно. Активности нет пока что. Но я так скажу. Я пока бегал туда-сюда, я вот не помню, то ли это из-за гост-ивента было, то ли что, я старался не смотреть на доску активности, но я увидел на ней что-то похожее на МП-5, мне кажется. Мне показалось так, по крайней мере. Краешком глаза. Хм. Ну, не вижу отпечатки. Так, давай-ка я сделаю поле зрения поменьше. Ни призрачного огонька, ни отпечатков, ничего. Походил. Так, окей. И куда он пошел? Он, возможно, он вернулся в эту комнату. Mm-hmm. Может быть, сейчас увидим лазерный проектор или что-нибудь такое. Так, ну ладно. Так, стоп. Снова он походил. Ага, он, видимо, сходил. Опа. Не, ну, это не МП-5. Так, и опять походил. Активничать начал. Активничать неплохо. Ну, не знаю. Так, ну ладно, допустим, если предположить вот так. Мы не видим лазерного проектора. Мы не видим лазерного проектора. Значит, возможно, также мы не видим призрачного огонька. Значит, возможно, этого нету. Мы не знаем по поводу радиоприемника. И мы думаем, что это, возможно, было МП-5. Возможно, минусовая, хз. Потому что минусовая... Мы не можем ее проверить никак. Ну тогда уж, возможно, все на свете, в принципе. Но отпечатки мы можем проверить, окей. Возможно, отпечатков нету. Смотри, их не видно. Если бы это были отпечатки, то это был бы джин, либо мюлин. Он ни разу не выключал свет. Мляха-муха. Вот просто контраст. Всего лишь разница в 1 улику. Но в прошлой игре я просто сходу получил 3 улики. В этой игре ни одной нету до сих пор. Потому что... Ну потому что просто вот так...
решил одну улику убрать, и получилась водка. Типа то, что призрак теперь... Ну, хорошо. Мне кажется, что это и не отпечатки. Блин, а кто тогда? Что тогда? Морой, может быть. Почему? У Мороя минусовая. Мы минусовую не можем проверить. Радиоприемник не можем проверить. Мы можем получить записи в блокноте, но вот если присмотреться... Не знаю. Мне кажется, мне показалось просто, что там были записи в блокноте. Но камеру нельзя так до такой степени прям люто наклонять. Ладно, ладно. Давай вот как. Давай я поеду с Мороем. Давай я попробую выбрать реально Мороя. Не знаю, почему. И попробую в следующей катке еще более... аккуратно ко всему этому подойти и прям реально сделать по красоте. Давай. Кто это был? Это были близнецы. И я их мог определить по этим датчикам звука, но они не активничали особо. Но их можно было легко, в принципе, определить, даже без улик особо. Но они вот, как видишь, не активничали. Ладно, погнали. Так, я беру снова видеокамеру. Я беру два блокнота, давай. Погнали. Я вот как сделаю, знаешь как? Смотри, короче. Я более-менее планирую, как я все буду расставлять. Так, я возьму ключи. Погнали, время пошло. Дай мне знак. Так, где выключатель света? Будь здесь, пожалуйста. Блять, выключатель света не здесь. Окейшки. Так, нужно реально грамотно ко всему этому дерьму подойти. Так, свет врубили, это доска. Окей, ну нам, в принципе, по барабану. Дай мне знак. Я сброшу предметы все. Так, ладно. Значит, мне нужно что? Мне нужно камеры. Желательно три камеры со штативами. Мне нужны два датчика звука. Мне нужно два датчика звука. Мне нужна камера со штативом еще одна. И потом еще одна камера со штативом. И желательно две камеры просто без штатива. На блокнот и на термометр и на ЭМП. Так. Угу. Ладненько. Допустим, одну камеру я поставлю вот так, чтобы она чекала кухню, к примеру. Одну камеру я поставлю вот так, чтобы она чекала кухню. Значит, здесь поставлю датчик звука и ставлю датчик звука вот здесь. Так, хорошечно. Побежали дальше. Опа, он что-то кинул где-то, видимо, на кухне или где. Так, ну-ка, сейчас вроде бы должно быть. Нет, не видно, ладно. Так, хорошо, значит, несу вот это и лазерные проекторы. Хорошечно, значит. А нет, он здесь прямо что-то кинул, так, ладно. Я все складываю пока что просто. Потом прямо в самом конце буду, все это именно активировать, чтобы сейчас случайно не спалить себе никакие улики. Так, 3 минуты еще целые у меня есть, это хорошо. Значит, я беру ЭМП, я беру это, я беру еще одну камеру со штативом. На кой мне сдалось только камер со штативом, я не знаю, но пускай будет. Так, я, значит, хочу вот что сделать. На всякий случай, не знаю, поставлю камеру вот здесь, чтобы она чекала эту комнату просто. Так, хорошо, призрак у нас, судя по всему, здесь. Ну-ка, давай перенесу вот это все дерьмо. Ой, бляха, приветик. Опять он активизировался неплохо. Так, ё-моё, это жестко. Так, давай. Так, что мне надо? Значит, нифига там активность какая была. Это и еще одна неоновая палочка, и еще одна камера. 2 минуты у меня осталось. Угу. Датчики движения. Блин, да по барабану на эти датчики движения на самом-то деле, наверное, да? Так, хорошо, 2 минуты. Как мне грамотно это теперь все сделать? Так, я, значит, ложу вот здесь камеру, вот здесь ЭМП, и вот здесь ставлю блокнот. Вот так вот. Значит, потом неоновую палочку я ложу вот тут вот. Вот здесь вот я хочу поставить проектор лазерный, где он тут у меня. Вот он. И прямо под ним еще один блокнот. Вот так вот. Хорошо. Угу. Значит, потом, получается, у меня камера стоит здесь. Я бы вот тут вот поставил тоже лазерный проектор. Я бы вот тут рассыпал соль. Вот так вот. Погнали. Значит, и... я бы вот здесь вот... Так, мне нужно вот эту неоновую палочку еще сюда. Вот это я хочу, чтобы у меня смотрело вот в эту сторону. Так, окей. И получается, что мне еще одна камера нужна, чтобы чекать температуру. Блин, же... У меня 50 секунд. Так, ладно, я беру тогда еще одну камеру чекать температуру. Беру что? Беру, блядь. Ладно, похуй. Датчик движения и ультрафиолетовый фонарь. Ультрафиолетовый фонарь, не знаю, кину как-нибудь там по красоте, чтобы было. Так, значит, датчик движения просто поставлю вот сюда. Так, окей, он тут... Тут потрогал дверь. Ладно, похуй на это. В общем-то, ультрафиолетовый фонарь я кину вот так вот. И камеру я хочу поставить. Нет, я хочу все-таки, чтобы она была вот тут вот. И чекала температуру именно что здесь. Так, ну-ка давай. Блять, у меня времени не так много. Погнали. Вот, все, погнали нахер отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, я соль не посмотрел. Он наступил. Я свет не выключил. Пизда. Спасибо. Я сваливаю. Это не джин. Он вырубил электричество. Хорошо. Как минимум, это не джин. Угу. И я не посмотрел, наступал ли он на соль. Такс. Хорошо. Фух. Вроде бы я все разложил. Угу. Так, теперь смотрим. Значит, одна камера у нас смотрит вот в эту сторону. Ага. Следующая камера у нас смотрит на кухоньку. Угу. Одна камера у меня смотрит вот таким образом. Отпечатков я не вижу. Ни там, ни сям. Огонька я тоже не вижу. Хорошо. Другая камера у меня смотрит на эти штуки. Тут видно и ЭМП, в принципе. Окейшки, ладно. И температура. Температура видно пизда, как плохо.
Снова, да ёбаный ты шашлык. Ой, как плохо ее видно. И вообще, по-моему, он не в этой комнате. Да, по-моему, температура достаточно высокая. МП5 я не вижу. Огонька ни здесь нету, ни здесь нету. Ни где-то еще. Ни здесь тоже не видно. Соль, кстати говоря, на месте. Так, ну ладно. Я посижу, пожалуй, понаблюдаю немного. Это не похоже на МП5, но это похоже на какое-либо действие. Значит, но это не здесь действие произошло. Не пойми, где вообще оно произошло, но ничего не видно. Блин, активность есть, причем неплохая, но тоже, опять-таки, это все не МП5. Это все фигня. Так, не знаю, он в этой комнате сейчас или не в этой, судя по... Вроде бы там не вижу особой температуры, но вроде бы не в этой. Так, ну окей. Отпечатков на окне я тоже не вижу. Здесь отпечатков не вижу. Блокнот еще не пишет. Ну, активность, блин, неплохая, но мне кажется... Но это не похоже на МП5. Так, хорошо. Предположим, что призрак в этой комнате. Я не вижу лазерного проекта. И вообще, в принципе, ничего. Поскольку там температура низ... Ой, высокая достаточно в зале. Опа-опа-опа-опа. Огонек. Смотри-ка, что у нас на экране появилось. Видишь? Это призрачный огонек. Так, хорошо. Значит, я ждал очень-очень долго. И призрак, наконец-таки, пришел в эту комнату. Это радует. Наконец-то успех. Так, призрачный огонек. Но это, тем не менее, может быть мимик. Хорошо. Угу. Значит, так, активности я никакой МП5 не вижу. Значит, смотри, тогда мы предположим, что вот что. Если, допустим, это огонек, он все еще здесь, да? Я тебе, пожалуйста, как бы будь здесь, я не хочу, чтобы ты уходил. Чел. Ялла. Угу. На кухне какие-то звуки страшные, непонятные. Огонек пропал. Огонек пропал? Хорошо. Я думаю, что... Лазерный проектор был, подожди, мне показалось. Походу лазерный проектор только что был. Ну-ка, секундочку, стоп. Так, подожди-ка. Так, я хочу в замедленном пересмотреть этот момент. Ну-ка, вот подожди, где-то здесь мне показалось, что лазерный проектор был. Но, наверное, мне показалось, ну-ка. Итак, блять, я не знаю, что я там увидел. Но, походу, мне все-таки показал. Или нет? Не, показалось, я думаю. Да, наверное, все-таки показалось, окейушки. Такс, ну хз. Типа, если предположить, допустим, что нету лазерного проектора. Так, МП3. Ага, МП3 здесь. Возможно, он написал в блокнот? Не знаю. Либо я пропустил, либо я дурак, либо я дебил, либо не знаю что. Такс, ну окей. Здесь ничего у нас. Тут у нас... О, огонек снова. Огонек снова здесь, так, хорошо. Угу. Давай посмотрим. Отпечатков тут я не бачу. Тут я тоже не вижу никаких отпечатков. Если, в принципе, предположить, что этот призрак потрогал дверь, хотя у нас доказательств никаких нет, и вроде бы двери в таком же положении. Не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, по поводу отпечатков я пока что ничего говорить не буду. Но минусовой, по крайней мере, не знаю насчет минусовой, ладно. Допустим, это не лазерный проектор и не МП5, значит, это не Райдю. И все. Это все, кого мы можем вычеркнуть. Угу. Активность неплохая, активность неплохая. Значит, ну записи в блокноте я тоже не замечал, хотя я мог спокойно проворонить. Как бы. Предположим тогда, что это не минусовая, и не МП5, и не минусовая, и не лазерный проектор. Ну-ка, это не Юрей, это не Абаке, получается. Это не мимик, наверное. Также лазерный проектор был бы у кого еще? У Ханту по-любому была бы минусовая, не знаю. Не обнаруживал. Мне кажется, это не Ханту. Хорошо, записи в блокноте. Это Ревенант или Мара. Но он выключил свет, поэтому я не знаю. Я не видел, чтобы он включал свет тоже. Может быть, кто угодно. Отпечатки рук — это Банш. Отпечатков не вижу. Ну хорошо, жду тогда еще дальше. Что, у Тае записи в блокноте и лазерный проектор. Бляха-муха. То, что так сложно. О, он, кстати, кинул тут штуку. Угу. Но блокнот, что интересно, до сих пор на месте лежит. Хотя, конечно, там много чего можно кинуть. Кстати, может, под этим ракурсом можно вообще увидеть, в принципе, есть там записи в блокноте или нет. Опа, мне кажется, или тут температура низкая. Не знаю. Не знаю, не знаю. Огонек призрачный опять ушел куда-то. Активность снова какая-то сумасшедшая, но при этом МП5 нету. И при этом отпечатки нигде тоже не появились. И огонек в лишних каких-то местах тоже не появился. Мне кажется, он ходит, бродит как-то между комнатами там немножко. Ладненько. Кто это может быть с призрачным огоньком? Если это запись в блокноте, то это... Если бы это были записи в блокноте, мне кажется, по поведению похоже было бы на Тае очень сильно. И вообще, в принципе, похоже на Тае. Потому что как только я пришел, он начал гост-ивенты сразу чудить, творить. Вот. Записи в блокноте я, блядь, не знаю, как увидеть, но я их не вижу. Огонька опять здесь нету. То есть он достаточно активным был в самом начале. Тае как раз-таки такой и таким и является. И у Тае как раз-таки нету минусовой, печатков, МП5. Есть зато лазерный проектор, который мы, правда, не увидели. Но, может быть, Тае скрывает лазерный проектор. Вместо этого покажет нам записи в блокноте, которые мы не увидели. Так, на кухне какой-то движ, пожалуй, происходит. Не знаю. На кухне очень сильная активность. МП3, окей. МП3 где-то. Хорошо. Но МП5, опять-таки, вот видишь, нету. Огонек призрачный.
призрачный снова здесь. Так, ну давай еще раз посмотрим, не знаю. Лазерного проектора нет. Ну реально, мне кажется, что это ТАЕ. Потому что активненький, и как раз таки все улики, которые мы не нашли. Ну вот, допустим, не знаю, ну двери... Бля, ну двери все в том же положении, поэтому хз как-то. Ну хорошо, если отпечатков рук нету, то это не может быть бан. Точнее, отпечатки рук минусовая, отпечатки рук МП. Лазерный проектор, это да. О, включил свет. Подожди, включил свет, и причем включил свет в подвале, походу. Значит, не Мара. И навряд ли Ханту. Потому что Ханту любит больше выключать свет. Но хотя не факт. То есть он включил именно электрощиток сейчас. Насчет, конечно, этого всего не уверен. Насчет того, что он включил именно свет в подвале. Может быть, я сам как бы это сделал. Но в принципе... Так, здесь свет включен у нас. Ага, окей. Может быть, я сам оставил свет включенный в подвале. Но как бы... Блин, огонек у нас здесь снова. И проектора снова нету. И записи в блокноте тоже снова нету. Интересненько, интересненько. Активность обычная. Мне кажется, реально почему-то, что это ТАЕ и все. Призрачный огонек. Давайте я выберу ТАЕ и поеду с ТАЕ. Давай, попробую, короче. Потому что я пронаблюдал, и как бы особых изменений тут нету. Мне кажется, это записи в блокноте, которые я проворонил. А будь это записи в блокноте, это, ну, соответственно, кто там? Мара, да, кто-то еще и этот. ТАЕ. Это был Йокай. Окей. Это был Йокай. Ну, не знаю. Мне кажется, что это, в принципе, возможно. Мне кажется, это не так уж и сложно. Просто нужно, чтобы немножко повезло. Вот. Ну и терпение, естественно, набраться. Ну, в общем, ладно. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.